Лето в самом разгаре. Ну какие могут быть проблемы у кировчан, когда на улице тепло и хорошо? Ну, максимум колорадский жук ест картошку. Но нет же! Каждый день мы снимаем рубрику «Наболело», и проблем все больше и больше. Но на страже городских неурядиц Оксана Стяжкина ей слово. Вот эта вода, она куда ей деваться? Она вся идет сначала сюда, потом она снова уходит туда, а тут вот у нас еще один колодец. И вот потом она идет сюда, и вот между деревьями вот там вот. Целую историю появления болота в своем дворе рассказала жительница дома номер 10 по Майскому переулку. По словам женщины, после каждого дождя вода стекается к ней во двор уже не первый год. А все потому, что зарыли трубу, по которой раньше она уходила. Построили многоэтажки, вот. Там вообще вывели отводы, хотя у них должна быть ливневая канализация, в нашу канаву. Теперь от такого скопления воды во дворе у жильцов куча проблем. Все это бежит под дом, размывает фундамент, видите, и вся вода идет во двор. У нас дети маленькие, где гулять? Негде. Сырость в квартирах, это не только это самое первого этажа. И второго тоже. Тут у нас камыши, да, уже растут. Вот до чего. Это же антисанитария. Куда только не обращалась с проблемой всего двора Галина Германовна. Мы в прокуратуру обращались, мы в администрацию к Быкову обращались, в ГЖИ обращались. Но никаких действий так и не дождались. Пишут, что, значит, ливневая канализация, у нас вот здесь вот ливневка, это дренажная канава, тупиковая. Она раньше у нас не была тупиковой. Сколько мы не писали про эти гаражи, чтобы они нам хотя бы ответили. Правомерно они это сделали, неправомерно они все закопали. Ни слова, ни полслова про эти гаражи. Поэтому у Галины Григорьевны осталась последняя надежда достучаться до властей через экран телевизора. Надеемся на скорейшее разрешение этой болотной истории во дворе дома номер 10 по Майскому переулку. Оксана Стяжкина, Игорь Волосков, программа «Вятка Тудей».